Sława Jezusu Chrystu, ja brat Piotr Kurkiewicz, franciszkaniec kapucyn, przywitam wszystkich was, moich przyjaciół, a także wszystkich nowych słuchaczy naszej передачи Kofie z kapucyną. W poprzednich my rozmyślali pro malitwu w życiu chrześcijanina. Ta malitwa za закладывает такой фундамент в жизни христианина и дает ему направление вертикальное, то есть вверх, к небу, к Иисусу, в Духе Святом, через Иисуса к Отцу, также к всем святым, к ангелам, то есть к настоящей семье христианина. Но кроме того, Иисус, который зовет каждого из нас быть учеником Его, Он, кроме этих вертикальных отношений с небом и с живущими на небесах, Он также хочет, чтобы мы входили в общину, чтобы мы принимали эти горизонтальные взаимоотношения, сочиняя жизнь в общине. Можно сказать, что Евангелие показывает, что группа учеников Иисуса более или менее эту общину формирует и в эту общину входит. Конечно, есть исключения. Иоанн Креститель, Закхей, Мария, Марфа, Лазар Витайские и, возможно, другие, даже сама Преснодева Мария или его родственники, некоторые братья его, двоюродные, троюродные братья его, возможно, не все они входили в общину в самом таком узком понимании. Возможно, Мария не входила в такую общину с начала, живя далее в Назарете. Но потом, наверное, вошла в эту общину, когда уже некоторое время, наверное, жила у апостола Иоанна под его покровительством в Иерусалиме, а потом в окончательном итоге в Эфесе. Иоанн Креститель имел своих учеников, но сам не стал учеником Иисуса Христа в таком смысле, чтобы присоединился к группе апостолов, к группе учеников Иисуса, грядущих за Ним. Знаем, что человек, которого Иисус, бесноватый, которого Иисус освободил от бесов, по второй стороне Галилейского озера, на втором береге Галилейского озера, он хотел присоединиться к ученикам Иисуса, но Иисус ему запретил, не разрешил и сказал, что нет, здесь останешься и здесь будешь свидетельствовать о великих благодатях, полученных от Господа тобой. Но, тем не менее, главный эскиз евангельский есть такой, что кто верует в Иисуса, все-таки входит в общину. Главная икона учеников Иисуса в Евангелии. На первом плане, на первом фоне это группа апостолов. Это даже не Мария, не Иоанн Креститель, не Закхей и не Витайские, только эта группа апостолов. Все остальные не аж так сильно в начале, по крайней мере, как Мария или вообще, как другие, не так интенсивно входят в общину, но все равно они дружат с этой общиной, самым узким кругом вокруг Иисуса Христа. Их действие и жизнь переплетается с жизнью этой эксклюзивной общины.
Хотя бы через гостеприимство, хотя бы через посещение, хотя бы через дружбу, хотя бы через молитву, через сердечность, через чувства прина и сознание принадлежности. Через все это они участвуют также, принимают участие в общине. Можно сказать, что Иисус эту общину как будто сразу строит. Кто стает его учеником? Он сразу входит в эту общину. Так имеем в Евангелии от Матфея. Посмотрите. Третья глава Матфея заканчивается крещением Иисуса. Начинается четвертая глава, искушение Иисуса в пустыне. Потом, после искушения, Иисус начинает действовать с 12 стиха, а с 18 стиха и так, в 12 стихе он уходит из Иудеи в Галилею после арестования Иоанна Крестителя. Сначала, наверное, в Назарет, а потом довольно скоро переходит в Кафарнаум, который станет первым его таким реколекционным домом, таким центром евангелизации на берегу Галилейского озера. И там начнет свое проповедничество. Даже можно сказать, что перед этим, как указанное есть Иисус как проповедник в 23 стихе 4 главы Матфея, то в 18, с 18 по 22 стих он уже призывает первых своих учеников. Потом с ними начинает проповеднический подвиг, то есть так, как будто не хотел начинать без них. Вот так. Вот как для Иисуса в оптике Матфея значительной была его община, чтобы не начинать действий проповеднических без апостолов. Конечно, здесь можно сказать, что, наверное, он уже в 13 стихе начинает проповедовать, но мы можем подозревать, мы можем догадываться, но оптика текста промалчивает это. Зато ярко показывает призвание учеников, после которого Иисус начинает уже точно в 23 стихе свое евангелизационное действие. И потом с 5 главы начинается Нагорная проповедь. Посмотрим сейчас у Марка. Tak, my znajdujemy się teraz w pierwszej głowie. I co my widzimy? Po chrzcieniu, krótkie iskuszenie w pierwszej głowie. Jezus u Marka zaczyna propowiedywać. Zobaczcie. W 14 stichie. Po aresztowaniu Joana. Swojego rodzaju propowiedniczka estafeta. Estafeta. I w 15 stychie także propowiedywać, a w 16 stychie zaczynają zabierać uczniów. Zabierają uczniów. I potem продолжает swoją działalność już z nimi. I w следующej głowie призывает także Matwieja. To we drugiej głowie z 13 sticha. A w trzeciej głowie już oformiaje apostolski son z 13 sticha. Także co można powiedzieć pro Matwieja? Jezus zaczyna propowiadać, zrazu zawiódł uczniów i to zrazu czterech. Potem propowiadać dalsze i zcielaje. Potem opiec uczniami Simonem z Jakowem, Joanem, Symonem i Andrzejem u niego doma, potem istylaje,
Потом в окрестностях проповедует, опять исцеляет и зовет Матфея. Учит, и в третьей главе опять исцеляет. Так, исцеляет и сразу оформляет сон апостольский. Потом опять исцеляет и проповедует в третьей главе, и в конце третьей главы также называет своих учеников своими родными. Так что действительно оптика замысел Марка показывает в переплете деятельность проповедническую и исцеляющую Иисуса с оформлением общины. Сначала четырех, потом пятый, такой совсем с противоположного сонма общества. И потом оформление иерархии, 12 апостолов, и наконец сообщение Иисуса, что это новая община, это настоящая его семья. Так что для Марка, так и как и для Матфея, община является так само ważnym, значительnym, jak propowiednictwo, jak istylać i cudotworzyć. Posmotrzymy się teraz u Łuki. Łuka, posle tak nazywajmowa Ewangelia dziectwa Jezusa, w czwartej głowie iskuszenie, pierwsze wystąpienie, Jezus w Nazarecie, potem przechodzi w Kafarnaum, в Назарете его не приняли, в Капарнаум переходит и сразу изгоняет беса, а потом находится уже в доме Симона. Так что здесь даже не показано призвание Симона, особенно в начале. Как уже сам факт, что Симон находится в группе приближенных. И там наступает исцеление его тещи. Потом Иисус проповедует и входим в пятую главу. И в пятой главе есть очень большой акцент, положенный на призвание Петра. Сначала Иисус проповедует, потом Иисус чудотворит, и потом Иисус зовет Петра. И слушайте, все это происходит на озере в лодке апостола Петра. Так что показано, эта лодка соединяет все эти три элементы. Первый – это проповедничество, второй – это чудесный лов рыб. Иисус проповедует с лодки Петра, потом просит его выплынуть на глубину. Чудесный лов рыб. И, наконец, Иисус зовет его и его и других, которых ввел сначала в изумление. Так что видим три эти элементы вместе в одной топографии озера, в рамках одной лодок. А как показывает, и потом также в пятой главе имеем еще призвание Леви, Матфея. Вот так. Сейчас посмотрим, как на это все смотрит Иоанн. Напомним, самый приближенный ученик Иисуса Христа, самый любимый, свидетель всего, человек, который выпередил даже Петра в своем призвании, потому что был в группе двух учеников, которых Иисус призвал с самого начала, получая их из рук Иоанна Крестителя. Вот и смотрим на первую главу, которая у Иоанна начинается прологом высоким, высокомерным, потом свидетельство Иоанна Крестителя и с 35 стиха получаем
Прекрасный рассказ историю призвания первых пятерых учеников Иисуса Христа. Сначала двух с них, а потом Петр, сначала двух, то есть Андрей и, кажется, Иоанн, потом Петр, потом Филипп и, наконец, Никодим. Сейчас займемся этим рассказом Иисуса Христа, этим рассказом Иоанна про Иисуса Христа, который зовет учеников. Но перед этим, как покажем, как он их зовет, как он создает эту, зачиняет эту общину, как Иисус заботится об этой общине и что хочет делать внутри этой общины, перед этим хочу заметить один интересный факт. Иисус не занимается ни чудотворением, ни проповедничеством перед этим, как соберет общину, как создаст общину. Первое чудо находится ибо позже, в начале второй главы, чудо в Кане Галилейской, а первое учение это ссора Иисуса с евреями в половине второй, под конец второй главы в Иерусалимском храме и потом уже разговор с Никодимом также в Иерусалиме. То есть в Капернаум Иисус собирает учеников в первой главе, во второй главе в Кане Галилейской он делает первое чудо, которым также, кстати, укрепляет веру своих учеников, стишок 11, потом с ними отдыхает в Капернауму 12, и потом с ними находится уже в Иерусалиме, и там начало его проповедничества и начало его душпопечительских в третьей главе разговоров. И интересно, правда? Для Иоанна важнее, первоначальным не является проповедничество или чудотворение, только первоначальным является создание церкви, создание общины, группы семи учеников Иисуса Христа. Вот на что хотел поставить акцент Иоанн, мне кажется, немножко в отличие от этого, что показывают синоптики. Возможно, что отличие это небольшое, но все-таки здесь на первом месте показанное среди этих трех действий показанная община учеников Иисуса Христа. Это показывает, насколько для евангелистов, особенно Иоанна, это имело значение, насколько важным, значительным есть община учеников Иисуса. Таким способом начинаем сейчас анализ призвания этих учеников в Евангелии от Иоанна, конец первой главы с 35 стиха. Первых двух учеников в принципе даже Иисус не зовет, только посылает их к Иисусу, как-то посылает, как-то показывает им Иисуса Иоанн Креститель, с подачи Иоанна Крестителя. Но потом Иисус разворачивается, смотрит на них, спрашивает, кого ищите в 38 стихе, равуни, равви, учитель, где живешь? Пойдите и увидите. Пошли и увидели, где он живет, и остались в этот день у него. И это было около 10 часов. По нашему времени, добавляем 6, это было около 16 часов. Иоанн, апостол, после около 60-70 лет помнит еще четкое время и точную сценарию своего призвания. В этом он показывает свою любовь, как он тщательно, как он ностальгично
z lubowiu odnosiться к своим началам, к началу дружбы, знакомства и хождения за Иисусом. Кстати, мне кажется, что если Иисус кого-нибудь зовет, то зовет его в группу этих самых близких учеников, в этот эксклюзивный сон, который теряет свою автономию, теряет свой дом и вынужден идти за Иисусом. Другие люди, как Мария, как Закхей, как Марфа, Мария, Лазар Витайнский, как слепцы, слепые, как бесноватые, они или сами проявляют инициативу, но не видим, чтобы Иисус призывал их. Есть еще один, которого Иисус призывает, богатый юноша, но который не захочет пойти, не захочет исполнить вступительных требований Иисуса Христа, вступительных условий войти в этот эксклюзивный сон. Он стает представителем всех этих, о которых Иисус скажет, что много призванных, но мало выбранных или избранных. К чему я веду эту мысль сейчас? Что замечаю такое, кого Иисус призывает, этого призывает к эксклюзивному сону, а других Он принимает как учеников, но не особенно их призывая, в этом числе даже Мария, но статус Марии вообще он совсем, совсем оригинальный, абсолютно эксклюзивный. Но тем не менее, и она находится в группе этих, так, она призвана. Она призвана быть матерью, но мы не видим момента, в котором она встает ученицей. Но, возможно, в разговоре с 12-летним Иисусом в храме, но все равно Иисус потом поддается ей дальше как матери. Потом будет этот диалог, что мать и родные твои стоят вне, gdzie Jezus w odpowiedzi jak будто dystansuje się k temu wszystkiemu, co płatskoje, co pokrowi i mówi, że jego prawdziwa rodzina zakłada się na błogodacji, na imię, na przyzwani ojcom, na wierze w Jezusa i na słuchanie słów Jezusa i na posłuchanie Иисусу. Хочу сказать, что Евангелие показывает особенную ценность в этой эксклюзивной группе учеников Иисуса Христа, которые пойдут за Ним, которые потеряют свою личную, собственную жизнь и будут сопутствовать Иисусу 3 года с Галилеи в Иерусалим и станут свидетелями Его страданий, Его смерти, Его воскресения. Евангелие особенно эту группу показывает, но и одаривает эту группу особенной честью, потому что, чтобы войти в этот сон, надо иметь особенное призвание от Иисуса Христа, которое здесь иногда драматически или хотя бы эксклюзивно показано. Все остальные ученики, они находятся в более внешних концентричных кругах, и как будто это другая благодать, потому что они идут за Иисусом, но не получают этой особенной благодати быть призванным к этому сонму, просто быть призванным. И не видим, чтобы Иисус призывал Марфу, Марию с Назарета, Марфу, Марию Магдалину, других женщин, которые ходят за Ним.
no, który nie znajduje się w grupie ekskluzywnej. Tak samo i Łazar, tak samo i Zakiej, tak samo i biesnowaty, i ślepy, oni idą za nim, no, niektórzy. A niektórzy nie idą, a stają się w swoich domach. Ewangelia pokazywała, że to można być uczniką Jezusa, tak, będąc członem tej grupy ekskluzywnej, która zapustwuje jemu. Jak i kiedy ty jesteś w grupie, a ty bardziej wnieżniej i ostajesz się u siebie doma. Ewangelia pokazuje jednocześnie, że to ta grupa uska, która towarzyszy Jezusowi, ona trzebuje osobnego, dramatycznego, głaz na głaz, ekskluzywnego wam przyzwania. Jak wygląda to przyzwanie? Wzwracam się w pierwszą głowę Joana. Tak, oni ostali u Jezusa. To jest, oni mogli długo, bez dzień być z Nim. Gdzie to w szatrze, gdzie to w pieścieri, gdzie to, można w domu, chociaż to происходит, кажется, w Judei. I trudno сказать, żeby to był Nazaret, żeby to było doma u Marii. Хорошо, они пообщались с Иисусом, и они абсолютно убеждены, что это Мессия. Они убеждены, что они в восторге от Иисуса. На следующий день Андрей зовет Петра и зовет конкретно: «Мы нашли Мессию, Христа, помазанника Господнего». И привел его к Иисусу. Можно сказать, что они, хотя с подачи Иоанна, все-таки они по своей воле, они сами как-то нашли Иисуса, и по своей инициативе, видев знамения, видев Иоанна, своего учителя, они по своей инициативе присоединились к Иисусу Христу, спровоцировали его, как будто принять их, и он их принял. Здесь видим евангелизацию, в которой следующий ученик, который потом и станет первым, Петр, приходит к Иисусу. Иисус там Андрею и Иоанну, людям, наверное, более, ну, так по моей интуиции, интровертичным, явил им в тишине разговора, в спокойствии, без суеты, явил им свое сердце. Здесь к Петру Иисус приступает более так снаружи. Иисус посмотрел на Петра и сказал: «Ты есть Симон, сын Ионы, буду звать тебя Кифа, ты будешь зваться Кифа, то есть Петр, то есть скала». Изменяет имя, и в этом новом имени он уже не сын Ионы, только сын Иисуса, сын Бога, сын Иисуса. Он первый сын Иисуса. Никого еще Иисус не назвал именем. Андрею и Иоанну не Иисус не изменил имени, никому не изменил имени, как только Петру. Назвал Иоанна и Якова сыны молнии, сыновья грома, но это не столько было имя, сколько, я знаю, кличка. Здесь единственный, которому Иисус изменяет имя, это Симон сын Ионы. Это означает, что ты есть мой сын, что ты есть мой Адам, что я тебя создаю на ново, что ты есть мой избранник,
że ty jest pierwszy mój syn. Nie Andrzej pierwozwany, nie Joan także pierwozwany, no ty. Ty Piotr. Imię oznacza i twoją tajną, twoją identyczność, specyfiku, twoją charakterystyku, charakter twój. Da, ty będziesz twardy, jak skała. Imię oznacza także twoją misję na tej skalie. Ja postroju cerkaw na tybie. Ja postroju moje dzieła, mówi Jezus. No i imię oznacza także odnoszenia. Odnoszenie z Jezusem. Kifa, syn Jezusa. To pierworodny syn Jezusa, Piotr. Pierwszy apostoł, chociaż nie pierwozwany, no pierwym nazwany. Da. 43 wam. 43 sticha Jezus przyzywaje, w 43 przyzywaje Filipa. W pryncypie i Filip jest pierwozwanym, ponieważ to Andrea i Joana Jezus nie zwał. Они сами пошли за ним, он их только принял. Это первопринятые апостолы, а не первозванные. Но по проведению, конечно, первозванные. Но Филипп Иисусом, человеком первозванный. Филипп. Иисус ему говорит просто, пойди за мной. Инициатива здесь от Иисуса, Филипп. Nie iść aż tak, po krajniej mierze nie pokazany, nie iść aż tak, Jezus jego znajduje, Jezus jego wstrzecił w 43 stychie, no Jezus jego zawiód. Tu Filip absolutnie pasywny, nie tak jak Andrzej i Joan ili darze Piotr, który w taki sam przyszedł k Jezusu. Pa, koniecznie po rozmowie z Andrzejem, no przyszedł. Dał sobie przywieźć k Jezusu. Zdjęcie Filip totalna taki pasywny, no w następnym stychie on już aktywny, apostolska, dusz pasterska i pasjot Filip. Filip pasjot Natanaiła. Widno także w 44. W stichie, że Jezus используje koneksji, że Jezus nie przenibrygaje odnoszeniami, które byli раньше. Filip przychodził z города Andrzeja i Piotra. Oni byli друзьями. Jezus chciał to использовать, uczcić to. Jezus nie przenibrygał tymi odnoszeniami. Jezus teraz to используje. Это что зовет друзей, поможет ему интегрировать ядро новой общины. И Филипп приводит кого? Ну, своего друга, наверное, Натанаила Варфоломея. Варфоломей сначала не хочет поверить в Иисуса, уверовать в Иисуса. Филипп делает с ним библейский кружок, библейскую встречу. Говорит, что мы нашли. То есть, наверное, говорит, что не только он, но также Петр и также... i także Andrzej i Joan, których na wiernika Natanaił znał, was można wsiani, jak to krutili z wokół Joana Chrystitela. Natanaił nie chce uwierować, że to jest tot, który, o którym pisał Mojsiej i w zakonie i proroki. Smuciło jego происхождение Jezusa z Nazareta. Поэтому akademicki dyskurs, akademicki rozgawor Filipa tak i nie
nie zakończył się успешно i w окончательном итоге Филипп предлагает: хорошо, не могу тебя убедить, просто сам подойди, посмотри, пообщайся, сам увидишь то, что воодушевило, вдохновило, шокировало, ввело восторг нас, Андрея, Иоанна, Петра и меня. No i tu Jezus działa cudo, w wstrzeci mówi pozytywne komplementy, dobre rzeczy mówi pro Natanaila. Natanael udziwia się, odkąd tak dobrze mnie znajesz, że możesz mnie oceniwać, nawet jeśli pozytywna. No i Natanael usłyszeć, że ja widział ciebie pod takim podfigowym drzewem, prędzej niż Filip ciebie był pozwał. Jest jakieś to pozytywne событие, или chociażby neutralne событие, возможно mistyczne, возможно молитвенное, возможно związane z askezą, na to naiwa z jego prawidłnością, może, возможно испытаний в искушениях, в которые победил он под этим деревом, или, как говорят некоторые, сообщая мне, что есть такая восточная традиция, что в рождественскую ночь, кроме Иисуса Младенца, родился также Филипп, извиняюсь, Натанаил в Варфоломе, и он родился под фиговым деревом w Wiflejemie. I to było семейной тайной, i to był sekret tej семьи, o którym teraz znał już tylko, kromie rodzicieli, jeśli jeszcze ostali w żywych, sam tylko Natanael. Поэтому Jezus, делая этот на намек, pokazuje mu, że ja jest kto to, i wpieczytliło to Natanaiła, chyba krzyknął głosem gromkim: Rawi, ty jest Syn Boży, ty Car Izraela. To jest to wzmutiła Natanaiła ocień silna. Jezus w odpowiedź w 50 stichie mówi: Поэтому ty wierujesz, że ja ci wskazał pod figowym drzewem, gdzie ja ciebie widział, uwidzisz больше, niż to. Потом сказал к нему: воистину, воистину говорю вам. Вот посмотрите, как вдруг Иисус экстраполирует свое предложение уже не к Натанаилу в 51 стихе, но вдруг переходит ко всей общине учеников или даже обнимает в этом сонме также и нас, учеников его после 20 столетий. Увидите боли, увидите небо, небеса открытые, и ангелов, исходящих, поднимающихся над Сына Человеческого. Здесь идет намек на книгу Бытия, 28 главу, в которой патриарх Яков имеет сон в Бетел, в Доме Божьем, в Бетел, то есть в степу, но видит лестницу, которая опирается на земле, но достигает неба, и по этой лестнице гуляют сюда-туда ангелы Божьи. То есть есть какой-то мост, есть какое-то соединение, jest jakieś to połączenie nieba z ziemią, i поэтому прокинувшись się od sna, a ze sna Jakob skaże: nie tu niczego drugiego, jak tylko dom Boży i wrata niebieskie. Jezus chce skazać przez to wsi obcinie swoich uczniów, bo jest coś to bolsze, jeżeli czu чудеса, есть что-то большее,
нежели наши отношения, наша дружба, наша любовь. Это есть то, что через мое присутствие в вашей общине, через то, что я вас собрал, и через то, что вы вокруг меня, вы находитесь в точке соединения неба с землей, в моей личности соединяется то, что Божье, с этим, что человеческое. Это я есть врата, порог неба. Это я есть лестница. Это я есть дом Божий. Это я. И вы через эту общину, так тесно вокруг меня собранную, вы входите через эти врата, переступаете этот порог, входите в этот дом Божий на земле. Входите на эту лестницу, вы стаете общиной ангельской. Иисус показывает не только, кем Он есть, Он также показывает, чем есть община учеников Иисуса Христа. Это они действительно на пороге Дома Божьего. Они действительно переступают врата небесные. Они действительно в Доме Божьем. Это община учеников Иисуса Христа. Это действительно должна быть соединением неба с землей. Это действительно должен быть дом Божий. И можем также... То есть видим, что каждого из этих учеников Иисус зовет иначе. Из этих эксклюзивных также иначе будет принимать ученика Никодима в третьей главе. Но он не будет его звать, не будет призывать его, так как призывает здесь этих. Но об этом я уже говорил. Хочу сейчас вернуться к Луке, потому что у Матфея и у Марка это призвание, оно есть простое. Просто позвал их в четвертой главе Матфея. Но, проходя мимо их, они были заняты, кто забрасывали сеть в озеро, кто исправляли сети. Он сказал: «Пойдите за мной, и сделаю вас рыбаками людей. Оставьте все, пойдите за мной, а я попутно сочиню с вас новых людей. Вы будете рыбаками людей». Я всегда люблю здесь добавлять: будете рыбаками не только людей, будете ловить также ангелов, они будут вам служить, а даже богов. Сам Бог будет вам служить. Мыть вам ноги, давать вам духа, полномочия, провидение, прочее. Да, у Марка есть, насколько помню, похожие. Вспомним, что Марк — это секретарь Петра, поэтому то, что Марк пишет, это в принципе за его плеча смотрит на текст и затверждает текст, укрепляет текст или отбрасывает все лишнее. Апостол Петр — это Евангелие, в принципе, также от Петра. Но здесь очень, очень похожие. Также впечатляет радикализм этих учеников. Это, наверное, не первая встреча, когда Иисус сказал им: «Пойдите за мной». И это показывает особенно Лука, что это не была первая встреча, только очередная. Поэтому Иисус мог так сказать, так что Иисус готовил их пойти за Ним и войти в эту общину. Но они сразу это делают. Когда уже Иисус им сказал: «Идите», и тут указано дважды, что они сразу оставляют сети или оставляют отца своего, слуг в лодке. То есть вместе оставляют все. Некоторые только сети, другие также семью, слуг и лодку, и идут за ним. Но у Луки это призвание немножко другое.
Сначала Иисус делает много чудес на глазах Петра, потом исцеляет тещу Петровью, потом опять вечером на пороге дома, в дворе дома Петрового исцеляет всех из Капарнаум. И однажды входит в лодку Петра, просит, чтобы не чуть-чуть отплыл от берега, потом, чтобы вообще отплыл от берега и на глубину бросил сеть, хотя это день, и рыба все уже видит, и рыба не даст себя поймать. Но все-таки Петр идет против логики, против опыта, против биологии, против зоологии, против гравитации, и для него слово Иисуса есть важнее, нежели вся реальность. Но хорошо, Петр забрасывает эти сети и вылавливают большое количество рыб, так что и другая лодка, другая команда есть необходимая. И так обе лодки будут тонуть почти, потопать. Настолько много рыб поймали. И тут Петр просит Господа, что уйди от меня, я грешный человек. И так само себя чувствует Яков и Иоанн. Про Андрея не вспоминает здесь евангелист Лука. И Иисус говорит Петру, не бойся. Дальше продолжается нарация, так как и у предыдущих синоптиков Матфея и Марка. Но это не бойся, не бойся. Не бойся идти за мной и не бойся войти в общину. И вытянув лодки на сушу, оставили все и пошли за ним. Видим, что сразу призвание пойти за Иисусом есть также призванием пойти, не войти в общину. То, что мне кажется интересным еще, это есть факт, что так, чтобы пойти за Иисусом, как, чтобы войти в общину, потому что это есть аверс и реверс одной и той же действительности, надо пойти. То есть это есть что-то динамическое. Чтобы пойти, то надо, во-первых, перейти с точки А в точку Б, а потом В, Г, Д, потом Я, дойти к точке Я. Надо перейти с Альфы в Омегу. Это, во-первых, надо двигаться, надо изменять, не знаю, обстановку, не знаю, са, то есть изменяться. Надо также оставить что-то, но вот именно оставить обстановку А и перейти в обстановку Я. Или сначала в Б, В, Г, Д. Надо, наверное, оставить. Надо вполне оставить обстановку А, точку А. Всякие отношения, иногда также мебель, иногда также всякую логистику. Короче, немного можешь взять с собой, если идешь пешком. Рюкзак 10, 15, 20, 30 килограмм. А иногда потом, если Иисус тебе скажет, что никакой сумки не берите, ничего в путь не берите, то оказывается, что оставляешь просто все. И так здесь есть показано, это пойти означает оставить все. Здесь было сказано, оставили все и пошли за ним. Оставили все и пошли за ним. То есть это есть динамика общины здесь показана. Не только динамика ученичества Иисуса, не только динамика экзистенциальна христианина, не только динамика молитвенная, внутренняя в жизни каждого из нас, но также община требует развития, требует шагов, требует движения, требует изменений, требует энергетики, требует движения, движения просто. Идти, надо идти. Так, что я бы хотел сейчас сказать?
Давайте сейчас оставим чуть-чуть общину Иисуса Христа и посмотрим на самого Иисуса Христа. Во-первых, там на небесах он в общине с Отцом и с Духом Святым. Самая богатая община, потому что помним, что это община Бога, самым Богом. То есть полноты с полнотой. Такой полноты в космосе, в мире, в обществе нету. В природе, в цивилизации, в религии нету такой полноты, как и в Боге. Это суперличности, это три действительности, которые создают одну действительность. Это три космоса, это три суперкосмосы, которые... И вот именно Иисус Христос, Сын Марии, Он происходит из такой общины. И он, это первая его община, Пресвятая Троица. Пресвятая Троица. Второй общиной, в которую Иисус входит, то есть это неправда, что Иисус входит в одиночество. В какой-то степени так. Боже мой, почему ты оставил меня? Он существует, живя в постати, в феномене божественном, не захотел функционировать на равных с Богом, но уничтожил самого себя, приняв вид человеческий и способ жизни человеческий. Так что Иисус, Сын Божий, действительно вошел в какую-то форму одиночества, но кроме того, Он вошел в семью. И этой семьей Иисуса Христа есть назаретанская семья, святое семейство. В Назарете он входит в утроб Марию и сначала зачиняет с ней первую общину. Поэтому он потом скажет, где двух или трех. Также после смерти Иосифа их будет двое, Мария и он. Он сначала есть в общине с Марией, потом также с Иосифом, с помощью Ducha Świętego, z pomocą Angela, z pomocą snawidzeni Josifowych, z pomocą chrabrowa, czesnego, prekrasnego, prawidnego serca Josifowego. Oni zazdają, on wchodzi w общину Josifa Marii. Святого семейства. И 30 лет он будет жить в этой малой общине, которая сначала увеличилась с двух до трех, перешла, а потом после смерти Иосифа так и уменьшилась, опять стала общиной вдвоем. И в этой общине Иисус живет 30 лет. Супер эксклюзивная община, икона церкви, это первоначальная церковь. Это первая церковь. И Иисус в ней формируется, растет, приобретает мудрость, учится молитве, учится всему в этой общине. Так что посмотрите, сам Бог хочет, это ясно выраженный план Бога для нас, что общественная жизнь должна нас интересовать, должна стоять перед нами как Божий вызов, как Божий план. Конечно, то, что я уже говорил, что иначе будет функционировать христианин-политик насчет интенсивно-эксклюзивных общин христианских, а иначе человек, который может не заниматься общественной деятельностью, а занимается только своей семьей, и такой человек может более интенсивно, более, да, глубоко, интенсивно и так с такой щедростью войти, щедростью по времени войти, вложиться, вписаться в общину. Так что тут każdego Bóg должен wieści oddzielna i dla polityka chwataje jego семья plus община воскресного богослужения, to jest община приходская. Dla kogo-то, kto nie zajmuje się taką działalnością
Возможно, кроме семейной церкви, должна быть также, и кроме приходской церкви, должна быть также община библейского кружка, община прославления, община евангелизации, община культурной жизни. Но тем не менее, человек должен żyć w общине, a nie tylko sam dla siebie. Chociaż nie chcę через это сказать, że człowiek является существом socjalnym, lecz tylko nie, on является także существом одиноким. Wspomnijmy, że nikaka община nie będzie stać na sądzie, tylko każdy z nas oddzielnie pójdzie na sąd. Nawet jeśli byśmy pogibli w jednej awiokatastrofie, na sąd każdy z nas idzie oddzielnie. Nawet to касается супружества, to касается семьи. Także to nieprawda, że to człowiek jest socjalnym, общественnym, żywotnym, общественnym существом. Tak, no nie do końca. Tak, no pasuti nie, pasuti paka w tej żyzni adinokim. No tym imieniem, także i także i w семье, także i w общине, także w церкви. Эта община, в которой жил Иисус столько лет, она являлась малой, очень домашней, очень в любви и в добродетелях. Я думаю, что это вообще из всех земных общин это самое великолепное, что было i co będzie, ni jedna druga община nie zmoże dostić takiego urownia lubwi, radości, spokojstwa, ciszyny, służenia, zanimać ostatnie miejsca. Dlatego przedpoczytanie jest takie, że Jezus jak człowiek właśnie z tej общины czerpał mądrość dla swoich przyczyn, мудрость для своих учений. Например, занимайте последнее место. Я есть среди вас, как этот, который служит. От кого он учился как человек? От Марии, от Иосифа. От кого он учился как сын? От отца. Откуда он берет пример для своих учений? Точно от этого, что видел как человек. Возможно, от этого, что приносил ему Дух Святой, как Бог. I возможно созерцание самого Отца, но точно из наблюдения за Марией, за Иосифом, за лидерами этой общины. Мария – пример святости, Иосиф – пример лидера общины. Это была община бедная, это была община тихая, община молитвы, община, которая поклонялась Богу. Община, которая служила Богу. Община, в которой была любовь и служение друг другу с взаимностью. И вот, когда Иисус говорит, кто есть моя мать, кто мои братья, то Он не опускает вниз Марии и Иосифа, только Он поднимает вверх и хотел бы, мечтает. Иисус мечтатель. Иисус мечтает, что вот эти Его ученики, Его апостолы, также мы достигнем когда-нибудь этой щедрости в любви, которую Он видел как дитя, как младенец, извиняюсь, как дитя, как юноша, видел в Иосифе и особенно в Марии. Он не опускает вниз Иосифа и Марии, Он поднимает вверх к их уровню. Иисус, размечтайся и поднимает вверх нас. И в следующих наших передачах будем говорить про общину в деяниях апостолов. А сейчас еще хотел бы в заключении сказать, что все равно показать еще этот мотив одиночества в общине. Вот Иисус, 12-летний в Иерусалимском храме. Вот находит его община, Иосиф и Мария.
И это община требует от него, чтобы был с ними. А Иисус говорит, да, я буду с вами, поэтому и вернусь в Назарет. Но еще более я буду с отцом моим. И моя настоящая община, это есть мой отец. Моя настоящая община, это есть мое одиночество в доме, в храме отца. Мое одиночество в храме, где кроме меня никто так не поклоняется отцу. Мое иногда физическое одиночество в храме. Я буду в вашей общине, но ядром моей жизни не есть община, не есть ваш назаретański дом, не есть ты, Мария, и ты, и Иосиф. Тем более, что вы не выкупили меня как первородного, только оставили Богу. Вот и я принадлежу прежде всего к Богу, а не к общине. И это измерение вертикальное, оно бесконечно более значительное, нежели горизонтальное. И то же самое после 20 лет спустя скажет по отношению к матери своей, стоящей вне, в дворе дома и пришедших вместе с ней, пришедших вместе с ней родственников. Он скажет, не столько это есть семья. Настоящая семья собирается вокруг этого, что горизонтальное, что Божье. Вокруг Słowa Bożego, woli Bożej. Kto spełniaje tę wolę i słucha tych słów i czci mojego ojca, to jest moja matka, mój brat, moja siostra. To jest prawdziwa Boża rodzina. No potem Jezus, 12-letni, wraca się w Nazaret i jest posłuszny swojemu lideru, Józefu, opiekunu, ojcu i swojej matce. И пребывает в этой общине еще 20 лет. И потом Иисус 32 лет, наверное, вышел вне, на наружу, чтобы встретиться с матерью и с родственниками своими. Поэтому община так, но Бог еще более. Поэтому Бог так, но не без общины. Каждый христианин, который говорит, Бог да, община нет, невнимательно читает Новый Завет, читает Евангелие, невнимательно смотрит, какая картина нам является, когда читаем эти листочки.